красивейшая примула. Так. Покупала маленькое растение. И в прошлом году делила его. И каждая вот кочечка выросла опять в такое же огромное растение. Так, лилии просыпаются. Ой, какие огромные уже. Огромные. Сантиметров 15-17. Посмотрите. Тюльпаны. Это те самые, я показывала в последнем видео их про сад. Так, это моя смородина. Светистая такая. Аконит он. Какой же пышный. А это смородина. Приросли две ветки и дали корни. Вот. Соседка, знакомая заберет. У нее большие угодья. Это как раз то, что ей нужно. Так, рододендрон. Это вот, как говорится, первый пошел. Начинает цвести. Маленький-маленький рододендрон. Он таким маленьким и останется. Это из миниатюрных. Так, вот у нас тут пион, который уже вот так вот выглядит. Это самый первый, самый ранний пион. Он зацветет самый первый. Так, вот не все тюльпаны еще выглядят как те. Этот еще только листья показал. Бутоны еще только формируются, как и здесь. Смотрите, прострел у меня завелся. Это вторая попытка. И, кажется, она получилась у меня. Ну, получилось, потому что защищала от курочек, конечно же. Посадила, видимо, вовремя. Смогла укорениться и пережила зиму. Так, я хотела показать вам свой стахирус. Вот, смотрите. Цветет. В общем, это вот в разгаре стоит сетка, чтобы курочек не пускать, да, туда. Вот такие у него цветки. Были бы длинные эти сережки. Есть стахирусы, разновидность стахируса, у которого длинные 30 сантиметров такие вот серьги. Вот эти вот новые побеги длинные, они тоже с цветками на макушках. Не знаю, видно, не видно. Вот, а здесь, ой, вон сколько раскинулось веток у него. Очень раскидистый куст. Прям очень-очень раскидистый. Защищаю все посадки от курочек, которые копаются. Так, зацвел у меня... Зацвела у меня Джефферсония. Посмотрите, первый цветок. Я ее пересадила. Она еще не совершенно укоренилась. Поэтому в этом году цветки маленькие и листья маленькие. Вот такие вот у нее. Это сорняк. Вот. Ну, здесь в тени под веткой стахируса Джефферсония, наверное, будет получше, чем там, где она росла. Там уж совсем была глухая тень. Хотя она и там тоже была хорошей. Так, закроем. Так вот. Еноты ходят, вытаптывают, выламывают. Надо защищать. У нас тут и олени приходят. Сейчас лес со всех сторон нас уже убрали, и олени, наверное, редко будут заходить, а... Вот посмотрите, какую я вчера конструкцию соорудила, чтобы поддержать свой куст однократно цветущей розы. Куст довольно высокий, он значительно выше меня. Я думаю, более 2 метров. Да, 2,5, наверное. Вот. Показываю дерево, да? Ветви тонкие, листьев еще на них нет, они только просыпаются, побеги. Вот. Вот такой, то есть купила
Я не помню, по-моему, по 9 долларов вот эти вот арматурины длинные. Вот так согнула. Вот подставка, опора, на которой держалась эта роза. Я ее переставила сюда. Это карамельное дерево здесь у меня растет. Так, ну орхидеи еще пока просыпаются тоже. Пиерис. Что-то какой-то лохматый. То все торчком у него торчало, а теперь опять вниз повис. Ну, не знаю, что с ним такое. Кормить надо, наверное, да? Ну, весь в цветочках, как всегда, весной. А сейчас я вам покажу, что наша чудесная матушка природа учинила. Вот, сделала я в прошлом году весной, потому что были заморозки, мне нужно было укрыть эту гортензию. Сделала такую опору для покрывашки, чтобы не поломать ничего. И одна из веток укоренилась, вот это укоренилось. Смотрите, цвести собралась. Когда она зацветет, я вам покажу. Вот такая вот тут история. Это моя любимая форма тюльпанов. Так, а эти попозже созреют. Какие-то еще очень маленькие. Но эти очень... Одни из первых тюльпаны. Вот эти. Это... American Dream называется тюльпанчик. Как называется этот красный тюльпан, я не помню. А этот American Dream. Так, и у меня начинают цвести нарциссы. Раскрываются. А вон тут сорняк. Смотрите, как он обильно цветет. Классный, правда? Все эти металлические и пластиковые сетки со временем уберутся, потому что когда растения заматереют, они уже будут... Их уже трудно будет повредить, пройти между ними. Вон у меня новые растения появились. Так, это просто пересаженный перетрум. Здесь хохлатка, коридалис желтый. Новая хоста. И две... Новые гортензии от соседки. Не сказали, что им не надо, я могу забрать. Я забрала три куста, еще один есть, и четвертый я отдала Рёка, вот моей соседке. Сейчас я покажу вам ее цветистую смородину. Красивый куст, яркое пятно, очень красиво. На этой примуле даже листьев не видно, одни цветочки. Ну, очень, то есть она практически не выросла, почти такая, как я ее купила 4 года назад. Я говорила, все с ней что-то случается и проблемное. Посмотрите на ключики. А? Ну, ключики самое щедрое растение. Цветочки такие красивые. На этой примуле распускается все больше и больше цветов. Такие красивые цветки. Амфолодис. Цветет уже. Это новая посадка, то есть я его поделила и перенесла сюда, поэтому он так еще скромно выглядит. Но он разрастается, это пучевый покровник, хотя такой не самый агрессивный. Какие глазки. Не знаю, есть резкость, нет, это чувство, что ее нет. Это вопит так белка.
Так, он здесь показался и цветет. Ранункулус. Ой. Красивые цветки. Ой, какие стебли. Ну, это лилия, это вообще деревья. Она выше меня раза в два, наверное. Огромная. Розочки проснулись. Цветет. Называется хелониопсис. Вот. А второй чего-то не зацвел у него. Не знаю, почему. Не хватило сил. Ой, смотрите. Скелетик прошлогоднего цветка от гортензии. Хо. Классно, правда? Так, надеюсь, есть фокус. Ой, вон их сколько здесь. Много. Просыпается астильба. Ой, этот коридалис почти задушил рододендром. Маленький рододендрон. Камчатикум. Так. Посмотрите уже, как подрос пион. Надо убрать эту банку, она не нужна ему. Это я, чтобы куры здесь не шастали, втыкаю всякие палки в колеса. Целых три цветоноса. Ой, видно ли? Целых три цветоноса. Бумажка где-то курами закопана, где-то здесь. Не бумажка, это ярлычок с надписью, с именем. Робин. Так, вот цветет моя слива. Это самый разгар ее цветения. И все еще цветет форзиция. Здорово. Самое красивое время года, когда все просыпается. Курочки мои вон там гуляют. Выкапывают астильбу. Спасибо всем за внимание. Желаю вам красивой весны. Всем пока-пока.